9 сентября исполнилось 189 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. В день рождения классика в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого состоялась лекция для студентов КФУ «Лев Толстой в зеркале казанской дореволюционной критики и литературоведения». Нам показалось интересным взять не какие-то общеизвестные факты на тему Казани Толстой, и, естественно, крайне сложно даже и в пространной самой лекции охватить всю обширную литературу Льва Николаевича. Мы вернемся к первым самым страницам Толстого ведения, которые приходятся на отрезок с конца 19 по начало 20 века и связаны с нашим городом. В преддверии 2018 года, объявленного в Казанском университете годом Льва Толстого, у истоков пролога его многообразных мероприятий нельзя не вспомнить первые открытия отечественного толстоведения. В нашем университете, в Республике Татарстан и по всей стране отмечается день рождения классика русской литературы, некогда студента Казанского императорского университета Льва Толстого. Последние годы Институт филологии и межкультурной коммуникации носит имя Льва Толстого. Соответственно, на уровне университета мы координируем мероприятия, связанные и с юбилеем, и со всеми мероприятиями, посвященными творчеству и биографии Льва Николаевича. Стоит отметить, что в рамках года Льва Толстого в КФУ намерены провести массу мероприятий не только на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.